Закон о категоризации инвесторов пока еще не снят с горячей повестки дня как российского фондового рынка, его профессиональных участников, так и каждого из нас, частных инвесторов. После публичного обсуждения достаточно драматичного этого законопроекта на канале Финверсия состоялось несколько рабочих встреч в Комитете Государственной Думы по финансовому рынку. И, в общем, идет работа над определенными правками, идет поиск компромиссов между изначально жесткой позицией регулятора и соображениями участников рынка. И вроде как, конечно, судить до принятия окончательного закона рано, но вроде как он выстраивается уже в куда более удобоваримую форму, возможно, вполне рабочую форму. О том, что происходит, о том, что остается главными вопросами, связанными с этим законом, и о других вопросах горячей повестки дня рынка частных инвестиций в России сегодня мы беседуем с президентом Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексеем Тимофеевым. Главный вопрос все равно повестки дня – это, конечно же, закон о категоризации инвесторов. Были встречи рабочие, не публичные, были публичные, в том числе наше обсуждение, в котором вы принимали участие. Если коротко резюмировать, понятно, что накопились эмоции и, может быть, какой-то шлак рабочий, да? Если все-таки коротко резюмировать, вот лично у меня ощущение, что тут получилось так, что не так страшен черт, как его малюют. Ваша оценка? Во-первых, полагаю, что можно констатировать завершение дискуссии об этом законопроекте. В пятницу состоялось, я полагаю, финальное совещание по поводу версии законопроекта, который планируется предложить ко второму чтению. В этой версии было учтено еще несколько наших пожеланий, в связи с чем мы сочли возможным согласиться с предложенной версией. Поэтому, что касается Науфор, то Науфор для себя дискуссию о законопроекте категоризации закрывает. Правильно сказать, что ни мы, ни регулятор, наверное, вполне этим законом не будем довольны. Он является результатом довольно большого числа компромиссов с обеих сторон. Но, тем не менее, компромиссов, которые делают этот законопроект приемлемым для работы и не мешают развитию финансового рынка. Законопроект, каким он был первоначально, был чрезвычайно вреден, и я смею утверждать, исключительно вреден для развития финансового рынка. К вопросу о компромиссах. У нас часто бывает так, что финансовые законы дальше, это, наверное, не самая лучшая практика, но так бывает, шлифуются в процессе накопления того, что, говоря языком таким официозным, можно назвать накоплением некой законоприменительной практики. Да? Вот тут, как думаете, будет такой же вариант? Это не судьба только законов о финансовом рынке. Это естественная судьба любых законов. Мы увидим, чем он по-настоящему хорошо увидим, чем он хорош, чем он не хорош. Зря ли, нет ли мы пошли на те компромиссы, которые пошли в ходе его применения. Но очень важно понимать еще то, что с принятием этого закона дискуссия о нескольких его ключевых вопросах не завершится. Во-первых, я думаю, продолжится дискуссия о том, что именно означает брокерское тестирование. Нам предстоит подготовить базовые стандарты на этот счет в развитии закона и дискуссия о том, насколько они похожи, а мы считаем, что они не должны быть похожи на экзамены, с Центральным банком продолжится. Второе, что нам предстоит, это, я думаю, что если Центральный банк, а есть вероятность, что он вернется к теме критериев квалифицированных инвесторов, нам предстоит дискуссия об этих критериях. Вы помните, что в одной из первоначальных версий законопроекта предполагалось ужесточение требований к квалифицированным инвесторам. Сейчас, когда Центральный банк от этого отказался, это не означает, что он отказался от этого вовсе, и поскольку критерии квалифицированных инвесторов закрепляются на уровне подзаконных нормативных актов, эта дискуссия может продолжиться, если Центральный банк вздумает ее реализовать на уровне своих нормативных актов. Есть еще несколько вопросов, да, которые, вероятно, мы продолжим обсуждать. И только по принятии нормативных актов развития во исполнение этого закона мы увидим окончательную, что ли, юридическую конструкцию этим законом заложен. Меня уже как частного инвестора, конечно, такой момент смущает. Коль скоро часть правил игры отдана на уровне нормативки, не означает ли это, что я просто как частное лицо, как частный инвестор,
могу очутиться вот на хоккейном поле, да, помимо регламента игры, у судьи огромные права там, переставить ворота, уменьшить или увеличить мне шайбу, отнять клюшку или коньки на валенке велеть сменить. Вот, вот об этом речь, да, здесь такой риск возникает. Риск, который заключается в том, что правила могут быть хуже, чем мы на это надеемся сейчас, соглашаясь с законопроектом. Но процедура принятия нормативных актов Центрального банка, его практика обсуждения их с индустрией позволяет нам рассчитывать на то, что мы сможем принять участие в их разработке, а когда речь идет о базовых стандартах, то тем более сможем принять решение в их разработке. Что ж, мы продолжим нашу дискуссию с Центральным банком. Я надеюсь добиться компромиссов на уровне не только законопроекта. Теперь он позволяет нам. Беда заключалась в том, что законопроект в его первоначальных версиях не оставлял нам никаких шансов для этого. Сейчас у нас такая возможность есть, и мы этой возможностью воспользуемся. Мы, я надеюсь, обсуждая это с Центральным банком, найдем нужные компромиссы и на уровне подзаконных нормативных актов, и на уровне базовых стандартов. То есть можно сказать, что предыдущая практика взаимодействия на упор с Центральным банком позволяет надеяться, что, по крайней мере, это не будет вот кот в мешке, да? Нет, ни в коем случае. Я хочу отдать Центральному банку должное. Практика его нормотворчества последние несколько лет предполагает активное участие в этом процессе со стороны индустрии. Значит, до вступления в силу закона люди, которые сейчас пойдут получать статус квал-инвестора, потом сохранят его. Да, действительно так. Это одно из важных и достаточно давно достигнутых компромиссов. Дедушкина оговорка в отношении инвесторов, обладающих статусом квалифицированных инвесторов на момент принятия этого закона. Я, кстати, сам собираюсь, я никогда не получал в России квал-инвестора, вот собираюсь в понедельник поехать, и в том числе и закон меня подстегнул. Второй вопрос. Дедушкина оговорка относительно того, что если не квал владеет некими или имеет открытую позицию, или имел в прошлом некую позицию по акциям, которые будут недоступны неквалам. После того он может работать и, насколько я помню, в течение полугода закрыть позицию. Насколько я помню, если вы даже не квал и совершили хотя бы одну операцию с разовые какие-то, немногочисленные. Ну, например, с Теслой. Купили акцию Теслы. Да, вы сохраните возможность совершить такие операции без тестирования. Еще один момент, который, как я понял, по нашему с вами совместному публичному проекту, люди не очень понимают, что сегодня требование к капиталу, к размеру капитала, не является все-таки обязательным для получения квалификации. Это, по-моему, беспокоит большую часть людей. Требование к активам является условием получения статуса квалифицированного инвестора в соответствии с нормативными актами Центрального банка. Если я правильно помню, речь идет о 6 миллионах рублей имущества. Разве последний версии, если человек проходит тестирование, но не имеет 6 миллионов, то он не попадает в квалы? Тестирование адресовано неквалифицированным инвесторам. Тестирование само по себе не является основанием для получения статуса квалифицированного инвестора. Неквалифицированный инвестор проходит тестирование для того, чтобы получить доступ к тем инструментам, которые... И да, у него может не быть 6 миллионов рублей имущества, которым квалифицированный инвестор имеет доступ по умолчанию. Но такое тестирование неквалифицированного инвестора квалифицированным инвестором не делает. То есть открывает ему просто вот конкретно эту дверку. То есть в любом случае орг-вывод для частного инвестора, что лучше получать квала сейчас? Наверное, да. Еще один, конечно же, важный вопрос, который тоже всех волнует, относительно все-таки ограничений. Я хоть и выступил в некоторых материалах, например, адвокатом вот дьявола, который у нас всегда ЦБ, да, но я искренне действительно не понимаю, потому что, получая статус в европейской юрисдикции, мы преодолевали ограничения доступа к маржинальной торговле. Мне кажется, что все-таки действительно основные риски-то для неквалифицированных лежат в области маржинальной торговли и некоторых сложных инструментов, ну, например, фьючерсов, опционов и так далее. А почему вообще возникла логика ограничения не по принципу торговли, а по конкретному инструменту? Это отличный вопрос. Я думаю, что закон, такой, каким он будет принят, он смешивает некоторые вещи.
действительно так, если брать за образец, за норму европейское законодательство или законодательство Соединенных Штатов Америки. Там и смысл получения статуса профессионального инвестора несколько иной, чем в нашем случае статуса квалифицированного инвестора. И система защиты, адресованная тому и другому виду инвесторов, различаются. И подходы к доступу к финансовым инструментам немножко различны. Это в целом правильно введение appropriateness-тестирования, то есть того тестирования, которое должны в Европе, это тоже делается, осуществлять брокеры как условие совершения исполнения поручений клиентов с некоторыми относительно сложными инструментами. За рубежом от appropriateness-тестирования освобождаются все ценные бумаги, обращающиеся на регулируемом в нашем случае, как это в России называется, организованном рынке. Именно поэтому мы спорили по поводу необходимости тестирования как условия доступа к бумагам, хотя и не включенных в первый, второй котировальный список, но торгуемых на организованном рынке. От appropriateness тестирования освобождаются паи UCITS, открытых, в нашем случае открытых паевых инвестиционных фондов и биржевых паевых инвестиционных фондов. Прежде освобождались облигации даже на внебиржевом рынке, сейчас, по-моему, и они предполагают appropriateness-тестирование. Поэтому на самом деле круг инструментов, предполагающих appropriateness-тестирование, за рубежом довольно широк. Доступ к маржинальным сделкам осуществляется несколько в иной форме. Мы применили к нему appropriateness-тестирование, но за рубежом это делается не так. Когда говорил о смешении некоторых вещей, я имел в виду именно это. Мы распространили механизм appropriateness-тестирования, этот законопроект, на некоторые операции, которые ограничиваются, но ограничиваются за рубежом иначе. Мы распространяем appropriateness-тестирование в нашем законопроекте на маржинальные сделки, на зачем-то сделки репо и некоторые другие сделки. Это не драматично, это можно так. Что еще в законопроекте осталось смешанным и неправильным? Это различные варианты коммуникации с клиентами. Дело в том, что appropriateness-тестирование применяется только в тех случаях, когда операция осуществляется по инициативе клиента. В остальных случаях, когда вы действуете как инвестиционный советник, применяется suitability-тестирование, несколько более жесткие требования. То, как разграничены эти вещи, не придется ли вам делать, будь вы брокером и инвестиционным советником одновременно и то, и другое, что, наверное, нелепо, из законопроекта не ясно. Это, в общем, конфликтует еще и с системой раскрытия информации, потому что, например, для совершения операций с маржинальными сделками, некоторыми другими, как раз действует механизм раскрытия информации, не ограничения, не проверки того, понимаете вы или нет этот инструмент, а механизм разъяснения вам рисков, которые с этими операциями связаны. Вообще же, да, вопрос очень хорош был тем, что настоящей бедой является большое количество частые сделки и сделки с плечом. Гораздо больше, чем круг инструментов, с которыми инвесторы операции совершают. Наверное, инвесторов следовало бы защищать, и наши оценки, наш анализ рынка говорит о том, что именно от этого инвесторов и нужно защищать. Защищать их нужно от чрезмерного, частого совершения сделок. Мы видим о том, что основные потери инвесторов на рынке связаны не с выбором инструментов, а с их суетливостью, что ли, на рынке, с паникой, с плечами, которые они берут на себя, не отдавая себе отчет в том, какие убытки могут понести в этом случае. В Европе, когда я прошел тестирование, соответственно, я фиксирую свой отказ от права обращаться к финансовому омбудсмену и даже от права обращаться в суд, если в основании лежит моя ссылка, что я не понимал природу инструмента. То есть из серии «назвался груздем, полезай в кузов». Я могу обратиться на сбой работы торговой платформы, на что угодно, но только не из серии «вы знаете, я не понимал, вот месяц Селенг меня обманули». У нас почему-то это вообще не предусмотрено. Квалифицированный инвестор как бы не теряет вправе апеллировать к своему незнанию. Мне кажется, это вот то ли недоработка, то ли что-то.
Нам предстоит определиться с такого рода последствиями, потому что, что касается финансового омбудсмена, то он пока, его юрисдикция не распространяется на услуги, оказываемые на фондовом рынке. Действительно, у нас нет системы страхования инвестиций, которой тоже вы лишаетесь в некоторых странах, в том случае, если являетесь квалифицированным инвестором. У нас довольно простое распределение ролей. У нас до последнего времени единственным преимуществом квалифицированных инвесторов была возможность приобретения инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Причем таких инструментов было относительно немного, поэтому статус квалифицированного инвестора он не так много давал. Теперь статус квалифицированного инвестора позволит с учетом ограничения доступа неквалифицированных инвесторов к большему кругу инструментов большие возможности. Чем прежде. Когда есть вопросы и негде взять ответы. Когда экономическая обстановка меняется стремительно и непредсказуемо. Когда регуляторы диктуют новые правила игры. Читайте finversia.ru. Finversia – в самом центре денежных потоков. Уже после нашего с вами эфира прошлого по категоризации были вопросы и разговоры в том числе, что неплохо бы создать что-то типа, ну вот кто-то называет это профсоюз трейдеров, инвесторов частных и так далее. И возникает вопрос, а почему Науфор не взять под свое крыло, как организации, по сути, номер один, которая доказала свою жизнеспособность на фондовом рынке, тему, или это все-таки не входит в круг интересов и будет конфликт интересов между брокерами и их клиентами? Во-первых, я бы приветствовал создание такой ассоциации. Я был бы рад сотрудничать с такой организацией. Я не думаю, что во всех случаях наши интересы с интересами такой организации будут совпадать. Поэтому она должна сохранить независимость и не должна быть связана с Науфор. Но работать, любой другой профессиональной ассоциацией. Да, я уверен, что в большинстве случаев, а я хочу, чтобы было чрезвычайно ясно, очень часто интересы профессиональных участников рынка ценных бумаг их инвесторов противопоставляются. На самом деле у нас гораздо большего, чем это может показаться, тем, кто пытается защитить интересы инвесторов от злоупотреблений со стороны профессиональных участников рынка ценных бумаг. Но это, тем не менее, не означает, что интересы наших клиентов, интересы инвесторов не должна выражать самостоятельная ассоциация, сильная, способная сформулировать наиболее общую точку зрения для максимального количества инвесторов, в том числе для того, чтобы иметь возможность спорить с нами. Я бы существование такой ассоциации, такого объединения приветствовал, был бы готов спорить с ними, когда бы нам пришлось, был бы готов сотрудничать с ними, когда бы наши интересы совпадали. И еще последний, наверное, момент по этой теме. Мы после нашего эфира открыли опрос относительно действий, какие действия вы предпримете после того, как вступит в силу закон о категоризации инвесторов. Я думаю, что в определенном смысле мы можем претендовать, что он довольно репрезентативный, и вот пока что получилось. 22% сказали, что будут работать с инструментами, которые останутся доступными не квалом, 16%, что будут получать статус квала, 4% будут искать альтернативу биржевым инвестициям, 37%, что уйдут к иностранным брокерам, и 21% пока не решил. Вот ваш комментарий. Меня прежде всего, конечно, волнует строчка «уйдут к иностранным брокерам», потому что, как инвестор, я, понятно, абсолютный эгоист, мне все равно где зарабатывать, но как гражданин России, не собирающий пока, не то что пока вообще менять место жительства, но для меня это вот как для русского довольно печально. Это печально и для меня, но, наверное, наиболее мудрыми являются те, кто еще не определился. Потому что, как я уже сказал, окончательные правила игры еще не сформулированы. Это вопрос будущего, определиться с окончательным решением. Тем не менее, я полагаю, что мы заложили все основы для того, чтобы инвесторы остались бы в России, продолжая операции на российском рынке, в том числе с иностранными инструментами. Закон это позволяет делать, он не помешает этого делать в будущем, поэтому я предлагаю всем остаться российскими
инвесторами, совершать операции здесь, дождаться окончательного решения определения условий игры. И такой вопрос, то, что называется социология, открытый. Условно говоря, закон о категоризации настолько вызвал много жарких дискуссий, как бы некой шлейфы в прессе, в обсуждениях, что, может быть, затмевает что-то другое. Вот на взгляд на Науфор, что сегодня определяет там топ-3 или топ-5 повестки дня рынка частных инвестиций? Я полагаю, что касается рынка частных инвестиций, мы сделали очень много. Сейчас идут дискуссии, например, о совершенствовании условий ИИС второго типа. Мы были инициаторами разработки таких условий. Центральный банк подготовил свою версию, свои представления, концепцию того, как он считает это должно быть сделано. Мы с тем, что он предлагает, согласны, это действительно будет дополнительным стимулом к операциям на фондовом рынке. Я прошу прощения, Алексей, а вот тут возникает странная такая дилемма, я столкнулся. Частный инвестор говорит, условно говоря, вот к чертов комитет Госдумы по финрынку, он только под ЦБ лежит, ничего не делает. Или вот Науфор идет на компромисс, не борется за права. А спрашиваешь, вот буквально недавно разговор, а ИИС это был хорошая структура и хороший закон? Да, отличный. То есть как бы то, что вы сделали, то, что делает комитет полезного, отметается вот этим негативом. Ну, я, конечно, не согласился бы с теми, кто так считает. Во-первых, у нас есть много достижений в регулировании. Нет, я об этом и говорю, что почему-то люди забывают их. Да, и с точки зрения налоговой в этом есть заслуга и Комитета по финансовому рынку, и Центрального банка, и Министерства финансов. Безусловно, это так. У нас, я считаю, и это наша заслуга и заслуга Центрального банка, скорее либерализация на рынке регулирования рынка коллективных инвестиций. Поэтому мы ждем развития этой индустрии в ближайшее время, и все больше и больше интерес к этой индустрии со стороны розничных инвесторов. Мы обсуждаем, я об этом упомянул, концепцию совершенствования ИИСа второго типа и намерены предложить концепцию ИИСов третьего типа. И то, и другое, и третье имеет непосредственное отношение к развитию, к увеличению привлекательности, к стимулированию операций на фондовом рынке, к его развитию. Отвечая на вопрос, я бы хотел сказать о том, что, вероятно, нам следовало бы больше подумать о развитии институциональных инвесторов сейчас. И в первую очередь индустрии негосударственных пенсионных фондов. Нам негосударственных пенсионных фондов не хватает на фондовом рынке. Нам сейчас индустрии, работающие с розничными инвесторами, объем средств, накопленных на счетах брокерских и доверительного управления, в ближайшее время станет сопоставим со средствами негосударственных пенсионных фондов. А объем средств, используемых в операциях с российскими акциями, розничными инвесторами уже превзошел и превзойдет многократно объем средств в этих операциях негосударственных пенсионных фондов. Это плохо, потому что нам нужны НПФ как участники этого рынка. Ну, во-первых, я считаю, что если НПФ, они сейчас вкладывают около 7% своих, если говорить о накоплениях средств в акции. Я не вижу смысла в их существовании до тех пор, пока они не будут вкладывать до 30% своих активов. То есть там не хватает около триллиона рублей на российском рынке акций. Во-вторых, институциональные инвесторы – это очень важный с точки зрения поведения участник фондового рынка. Ведь так, если упрощать, то можно констатировать, у нас в России за 30 лет развития новой финансовой системы и банкинга так и не возникло инвестбанка как такового, да, ни одного толком. И вот, может быть, это тоже огромный изъян рынка институциональных именно инвесторов? Ну, смотря что считать инвестиционным банком. С точки зрения функционала, это тот, кто сам создает финансовые инструменты. Такие у нас есть. Если говорить об инвестиционном банке как банке, не являющемся коммерческим, то в течение длительного времени у нас на фондовом рынке преобладали как раз не кредитные финансовые организации, в этом смысле инвестиционные банки.
рост роли коммерческих банков на финансовом рынке связан с интересом розничных инвесторов к фондовому рынку и связан с процессом трансформации вкладчиков в инвесторы. И понятно, что поскольку база вкладчиков огромна, именно коммерческие банки получают преимущество, становясь все более важными участниками фондового рынка по мере трансформации своих вкладчиков в инвесторы. Но, тем не менее, я так понимаю, в НПФ вы больше перспектив видите для этого сегмента, да, для институциональных инвесторов? Я не вижу перспектив, если честно, в НПФах. Я, когда говорил об ИСК третьего типа, я говорил о той альтернативе, которую мы могли бы создать для НПФов, а это своего рода пенсионный продукт, который заставил бы НПФы быть более динамичными, который вернул бы конкуренцию в эту индустрию. Если этого не будет сделано, то НПФы, конечно, смогут, как и прежде, позволять себе крайне простую и неинтересную инвестиционную стратегию, которая при этом не оставляет шансов их пенсионеров на получение достойных пенсий. Тем не менее, именно в этой индустрии сконцентрированы значительные средства. И эти средства должны быть предложены финансовым рынком. И, наверное, последний вопрос, который волнует лично меня. Я очень надеюсь, что Михаил Мишустин не будет смотреть наш эфир, потому что вопрос вот какой. Очень хочется в соответствии со старой рекламой спать спокойно. Но вопрос с налогообложением своих инвестиционных доходов, вот я и очень многие люди, а я вижу вот эту потребность, люди пишут вот в комментариях у нас, расскажите, помогите. То есть люди хотят и готовы платить налоги. Но путаются, понятно, что по части российских акций на российские брокеры, я вот работаю с Финамом, он мне присылает отчет за меня, как налоговый агент выступает, меня это очень устраивает, это комфортно. Но история, соответственно, с доходами с инвестиций не на российском брокере, история с доходами, скажем, с валютной переоценкой, вот с этой сумасшедшей машиной налоговой отчетности, я не очень понимаю, то ли государство предпочитает вместо того, чтобы взять меня, на всякий случай держать меня в позе виноватого и иметь крючок, как бы, ну, меня, я имею в виду инвестора, да, то ли просто не дошло в зону внимания, что есть огромное количество частных инвесторов, которые говорят, пожалуйста, сделайте нормальную систему, берите с нас налоги. Вот мне кажется, или здесь тоже очень важный такой момент повестки дня рынка частных инвестиций? Ну, мне кажется, она достаточно ясное. Я думаю, что чем дальше, тем больше брокеры будут помогать клиентам платить налоги. Мы работаем над этим. Мы работаем над тем, чтобы брокеры могли бы быть представителями в составлении налоговых деклараций. Мы не можем оценить, насколько это будет востребовано. Дело в том, что операции у клиентов многочисленные, и в декларации может идти речь не только об операциях на фондовом рынке, это может быть не так востребовано, как кажется на первый взгляд, но тем не менее, да, мы над этим работаем. В тех случаях, когда клиент будет в этом заинтересован, брокер должен иметь возможность такую услугу оказывать. Первое. А второе, валютная переоценка, я с этим согласен. Это один из вопросов, который в повестке дня на Уфор, и мы надеемся его однажды провести в налоговое законодательство, и как только это будет сделано, я думаю, что российский рынок станет более привлекательным для российских инвесторов. Спасибо. И я напоминаю нашим зрителям, что информация по работе на Уфор и по многим вопросам, которые наверняка возникают у частных инвесторов, содержится на сайте на Уфор, ссылка на который будет в описании под этим видео. Финверсия ТВ и М-Кварта представляют Ян Арт, Петр Пушкарев, Александр Ялин в серии интерактивных вебинаров «Активные инвестиции. Сценарии и практика доходных решений». Если вы хотите иметь самостоятельную активную позицию в планировании инвестиций, выработать собственную стратегию управления и контроля инвестиционного портфеля, эффективно реагировать на ситуацию на рынках в период кризисных явлений, грамотно и эффективно использовать доступные инструменты, то примите участие в этом уникальном проекте, объединившем знания и опыт трех известных финансовых экспертов и практикующих частных инвесторов. В течение трех недель в серии из 6 двухчасовых интерактивных вебинаров
спикерами будут рассмотрены основные принципы активных инвестиций, распределение капитала, методы анализа, доступные инструменты в соотношении доходности и риска, отдельные инвестиционные стратегии и решения, сценарий развития ситуации на рынках на втором полугодии 2020 и в начале 2021 годов. В ходе вебинаров значительное место будет уделено практическим примерам инвестирования и ведению спикерами собственных инвестиционных портфелей. Принять участие в серии интерактивных вебинаров и задать вопросы спикерам можно, пройдя по ссылке, расположенной под видео.